Всем привет, меня зовут Валерий Секира. Сегодня я хочу показать очередную интересную, выгодную покупку. Очень выгодную покупку. На примере iPad 2. Переходим на портал dubli.com. Нажимаем на значок USA, американский шопинг мол открываем. Здесь выбираем все магазины. Нашел очень интересный магазин по электронике. На букву Г. На второй страничке он тут находится. Называется он glide.com. Наверное, дальше. Сейчас мы найдем. Вот он. glide.com. Смотрите внимательно. Бесплатному пользователю он возвращает 1,5%, смарт-шопперу 6,5%. И VIP клиенту 8,5%. Запомнили эти процента. Теперь перейдем на сам магазин. Смотрите, всегда очень большие скидки на разные товары. Давайте посмотрим тот iPad, о котором я говорил. Вот, допустим, iPad 2, 16 гигабайт, Wi-Fi, стоит excellent, в хорошем состоянии, $352.53 с доставкой. Давайте посмотрим 32 гигабайта. Вот тут еще и скидка на него. Давайте поставим в хорошем состоянии. Стоит 384.53. Давайте посчитаем, сколько это в наших рублях российских. Пусть будет 385. Умножим на сейчас доллар 29.50, мы умножим на 30. Получается 11 550 рублей. Внимательно, да, посмотрели? iPad 2, 32 гигабайта, черный, Wi-Fi. Давайте перейдем на Яндекс.Маркет. Также посмотрим, сколько стоит у нас в России. Так, одну секунду. iPad 2. Маркет. Давайте найдем. Вот Apple iPad 2, 32 гигабайта. Wi-Fi. Видите, да? Apple iPad 2, 32 гигабайта, Wi-Fi. Ну, средняя цена 22 500. Давайте перейдем в Рик. Вот в Санкт-Петербурге очень известный магазин. Смотрите, цена ему 22 507 рублей. Запомнили, да? Смотрите, разница. Разница получается на 11 000 рублей. Неплохо, да? А теперь давайте посчитаем. Если вы были еще бесплатным пользователем, приобретая на glide.com, вы получили еще 173 рубля. Ну, не очень много. А теперь давайте посчитаем, сколько вы получили бы денежный возврат, если были бы VIP-клиентом. Вот, смотрите, еще почти 1000 рублей. То бишь он нам бы обошелся вообще там в 10 тысяч рублей. Разница в 12 тысяч рублей. Ну, я считаю, что очень достойная разница. Ну, конечно, вы спросите, каким образом получить этот iPad 2 себе домой в Россию на адрес. Я в других видео буду показывать, каким образом заказать доставку с американского портала, даже с такого сайта, как glide.com, в Россию. Сразу скажу, это будет еще примерно плюс $60
1800 рублей. Ну, даже если прибавить эти деньги, то все равно нам выйдет примерно там, 13 тысяч рублей. Экономия колоссальная, 9 тысяч рублей. Вот. Сегодня я показал выгодную, очень, на мой взгляд, выгодную покупку через портал dubli.com iPad 2. С вами был Валерий Секир, и до встречи в следующих видео. Всем счастливо, пока-пока.